Уральская усадьба представляет. Сегодня 5 мая 2016 года. Установлена теплица, арочица, фермер 3 на 8. Теплица сделана из профильной трубы 20 на 20, полимерная порошковая краска. Поликарбонат 4 мм, 0,82 плотность. Так, на теплице у нас установлен торцевой резиновый уплотнитель. По торцам разрезные двери-форточки с обоих сторон. Также в теплице установлены две коньковые фрамуги и система подвески, 4 нитки, по 2 с каждой стороны. Сама теплица установлена на брус 100 на 150, выложена в 2 ряда. Пропитан антисептиком. Ну, в принципе, и все. Уральская усадьба представляет. Сегодня у нас пятница 13-я. 13 мая 2016 года была собрана теплица фермер шириной 3 метра, длиной 6 метров. Арки сделаны из профильной трубы 20 на 20, полимерно-порошковая краска. Арка сделана в виде фермы. По торцам установлены разрезные двери-форточки. Сама конструкция установлена на брус 100 на 100, пропитана антисептиком. Также сделана система подвязки, рассчитанная на 3 грядки. Уральская усадьба представляет теплица арочная. Фермер VIP. Сделана из профильной трубы. Арки 20 на 40. Торцы стандартные. Полимерно-порошковая краска, две коньковые фрамуги. Теплица установлена на брус клиента 150 на 150. В торцах разрезные двери-форточки. На двери установлены автоматы. Автоматы GIDOT. Уральская усадьба представляет. Сегодня у нас 13 сентября 2006 года. Была сделана теплица фермер. Ширина 3 метра, длина 6. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20. Полимерно-порошковая краска. Арки в виде ферм. Теплица установлена на брус 100 на 100, пропитана антисептиком. Поликарбонат 4 мм, 0,8 плотность. С одного торца у нас установлена форточка. С другого торца разрезная дверь-форточка.